Классный карточный трюк. Мы перемешаем колоду карт вот таким вот образом. И пару подснятий давайте. Вот так. После этого мы подснимаем в произвольном месте колоду. Например, вот в этом. И я знаю, что верхняя карта — это черная карта. Давайте подснимем еще раз где-нибудь. И я думаю, это красная карта. Отлично. Давайте возьмем какую-нибудь карту произвольную. И я думаю, это красная карта. Хорошо, давайте я подсниму и возьму предпоследнюю карту. Я думаю, это черная карта. Подснимем еще раз. Еще раз. И давайте, к примеру, любое число от 1 до 10, давайте 5. 2, 3, 4, 5. Думаю, это черная карта. Подснимем. Смотрим верхнюю. Красная. Давайте подснимем еще раз. Еще. Еще. Черная. Снимем еще раз. Еще раз. Снова черная. Я ошибся. Интересно, почему? Давайте попробуем. Наверное, это все иллюзия. Давайте стряхнем, и она действительно будет черной. Итак, мы также сможем сделать и со всей колодой, в принципе. Это не так тяжело. Все, что мне нужно для этого, это посмотреть и запомнить все карты в колоде, как они расположены. Так, ага, готово. А теперь, нет, так нечестно, давайте все-таки нарушим порядок. И перемешаем пару раз. Готово. И теперь я буду доставать и отделять карты по цвету. Вот так. И вот так. В принципе, готово. Это было не так трудно. Давайте мы теперь положим под низ наши отобранные карты. Подровняем их все и посмотрим, что у нас получилось. Все красные карты находятся здесь. Все черные карты находятся здесь.